Посадили, значит, двух хохлов в зону. Ну, они, значит, по тумбочкам у мужиков шмонали. Нашли кусок сала у одного. Ну и сожрали его. Пришел, значит, мужик, хозяин сала, вечером с работы. Раз в тумбочку, сала нет. Он сел на край шконки, взялся за голову, говорит: ёбаный в рот, блядь, я же этим салом промеж булок пидорасом, блядь, мажу, чтобы процесс легче шел. Один другому из хохлов говорит: я ж тебе говорил, говном воняет, а ты копчененькая, копчененькая.